Эй, всем привет, с вами Дмитрий, это канал Кот ТВ, и сегодня я хотел с вами поделиться некоторыми заметками. Есть в Инадзуме целых три квеста, которые обновляются каждый день. Один из них называется «Сказание из Татары», которое находится в Тарасуне. Он добавляется к нам в список заданий каждый день, и он каждый день обновляется. Но есть еще два задания, которые не добавляются, их надо найти самому, где будут стоять NPC. То есть взгляд на 3000 миль вдаль, там, где пацан стоит, у которого семья вся сбежала, короче. Вот, и он один остался, где мы ему кристальный мозг таскаем. Вот, это еще баганный квест у многих людей. И он тоже каждый день обновляется, этот квест. И квест с малышом Кудираем, где надо было... В общем, он находился вроде бы где-то вот в этой области, в районе Небяка. Вот, там надо было какой-то мяч искать. И вот малыш Кудзирай, вот он теперь вот тут вот стоит, кому интересно. Пройдем у него квест. И предлагает он сыграть в Темари. Заберите. Так, 29 нет, это вот туда надо бежать. Туда вниз, что ли, надо? Ага, походу да. Нет, блять. Помахнулся. Надо выше. Пиздец. Что, нельзя там никак? Ладно. Я так понял, надо вниз вот сюда. И походу... А, вот он, мяч Тамари. Задание выполнено. Сорок семь. Ага, тоже вниз надо. Только в этот раз еще ниже. Вот он, мячик Тамаре. Так, я так понимаю, что третий раз будет последний. Надо еще глубже будет спуститься, я так подозреваю. А нет, надо в другую сторону. Нет, все-таки надо вниз, просто он где-то там. В глубине, походу. Теперь бы там. Теперь бы там. Не угадал. Значит, где-то он наверху, возможно. А возможно и нет. Так. Может быть, он на голове сверху? Да, походу он на голове сверху. Такой я неудачный путь выбрал. Вот он, мячик Тамари, блядь. 17 секунд, не знаю, успею я, нет. Ну, по крайней мере, я теперь знаю, куда бежать. Дело будет быстрее. Так, где у него тут глаз? Где у него тут глаз? Ай, блядь, я не с той стороны залез. Ладно. Ничего страшного. Бывало и хуже. Как, где он? Вот он. Но я опять очень много времени потерял. Мне кажется, можно смело заново начинать, да? Что я так быстро не успею. Есть вообще тут какой-нибудь способ, куда очень быстро добраться? Прям, ну, очень быстро. Возможно, с электрокуста можно здесь где-нибудь запрыгнуть. Нам надо на самый верх, на самую бошку и запрыгнуть в глаз.
Блять. Я не с той стороны зашел. Есть. Успел, блять, на последние секунды. Так, появляется драгоценный сундучок халявный. И мячик ты, Мари. Малыш, подзирай. Как играть в Тамаре? Расскажи о себе. Так, здесь можно сыграть испытание Тамаре, разместить Тамаре. Ага, то есть можно за отведенное время куда-то разместить. То есть это можно с кем-то играть. Межсервере. То есть это можно с кем-то играть. То есть можно пойти куда-нибудь поставить, а ваш напарник будет его искать. То есть вот здесь вот можно поиграть с малышом Кудзираем. Ну, точнее, с его мячиком. Ну, прикольно. Ребят, всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и до новых встреч.